Здравствуйте, ребята. Значит, ну, во-первых, я скажу вам, как бы, почему я вам рассказываю этот доклад сейчас. Я вообще сам физик-теоретик, то есть я нельзя сказать, что я напрямую сейчас занимаюсь квантовыми компьютерами, но так получилось, что я уже не раз этот доклад делал. Ряд моих коллег и ряд моих друзей, они не просто этим делом занимаются, они как бы, причем не только в России, но они непосредственно на переднем краю технологии, в том числе по госзаданиям и так далее. Вот, поэтому как бы это будет некое... Ну, они мне тоже предоставили ряд слайдов. Вот, плюс к этому я занимаюсь, вообще говоря, физикой джинсонских переходов, и дальнейшего будет ясно, что это такое. Это имеет отношение к кубитам. Но я все-таки как бы физик-теоретик, я немножко далек от технологии, от технологических вопросов. Вот. И я, естественно, не буду вам совсем рассказывать о том, что такое квантовый компьютер, что такое кубит, кроме самых таких основных вещей. А постараюсь передать общую атмосферу, которая ну, происходит в этой области, что сейчас вообще в, этом, в этой области происходит, и как бы ее, естественно, дать в такой исторической ретроспективе. То есть, как бы, поскольку квантовый компьютер это э, тоже компьютер, и это часть общего как бы, дерева компьютеров, я начну немножко с истории вообще, что такое компьютер и как это все возникло. Но для начала. Смотрите, квантовый компьютер, я вот этот слайд показываю не первый раз, и все время число Ссылок нарастает. Вот если сделать поиск в Гугле квантом компьютер по-английски и по-русски, то в Гугле это уже 319 миллионов ссылок, вот. и это число стремительно растет. Ну, в российском сегменте это пока 300 тысяч. Вот, но все равно это то, видно, что, как бы, что интерес к квантовому компьютеру стремительно нарастает. Некоторые э, люди говорят, что проект как бы, квантовых компьютеров э, чем-то напоминает проект, который был после Второй мировой войны проект ядерной бомбы. Но это, конечно, при, э, как бы, преувеличение, но могу вам точно сказать, что основные государства и правительства этих государств, уже в том числе Российской Федерации, убеждены, что деньги надо выделять на этот проект, и надо выделять деньги достаточно существенные. Про то, что происходит в России, в том числе я скажу в конце презентации. Значит, ну для начала, вот как вообще компьютер возник? То есть в 1936 году Эллен Тьюринг в Англии опубликовал свою первую работу. Он был математик, но он создал первую машину. У него, по сути, была такая лента, на которой были квадратики подряд идущие. Какие-то были белые, какие-то черные. Но, соответственно, белые ноль, черные единица. И когда черный квадратик проезжал через реле, реле срабатывало, замыкало. Ну, он просто видел, что квадратик черный, и ток тек тек ток через цепь. Такая простейшая машина, которая использовалась для, как бы, в дальнейшем англичанами для того, чтобы взламывать немецкие коды во время Второй мировой войны. Но ближе всего к настоящему компьютеру подошел Конрад Сузе. Он, собственно, его и построил. Но он работал на нацистскую Германию, и он его построил фактически уже вблизи 1945 года и как бы его исследования фактически ну, были быстро прерваны он потом правда работал еще в этом направлении но это уже было не то же самое а как бы перезапустил это все в сша джон фон нейман и тогда уже появились лампы вместо вот этих вот реле вот. Ну, лампа изображена. Вот первая машина Эниак в 1946 году, она была огромная. Э, и там было много ламп. Лампа, она, соответственно, это тоже, это как бы электроны вылетают и летят через сетку как бы в этой лампе, там тоже два электрода. Если на сетке есть напряжение, то электроны не долетают до противоположного электрода, и, соответственно, тока нет. То есть это то же самое, что реле. Вот. И иногда эти лампы перегорали с громким треском. Вот. Значит, подходил специальный человек и вставлял в это гнездо новую лампу, и машина продолжала считать. Значит, пока в 1947 году не произошло открытие транзистора. Вот эти три джентльмена, это Шокли Бардин и Уолтер Браттейн э, в Bell Labs, это лаборатория, которая занималась телефонами в США, она, они создали транзистор. Вот этот первый транзистор, который они создали, он сохранится в музее Bell Labs, и он изображен на рисунке. Значит, э, ну вот этого Джон Бардин, он в очках стоит слева. Вы его запомните, потому что он еще раз появится уже в связи с квантовым компьютером. Он вообще единственный человек, который имеет две Нобелевские премии по физике. Ну, там иногда Эйнштейна упоминает, но у него вторая Нобелевская премия за мир. Или там Мари Кюри Складовская, у него вторая по химии. Значит, транзистор, он то же самое фактически, что руле, то есть это у него ток через него течет, если на него подано напряжение, а если не подано напряжение, то ток не течет. И вот этот размер транзистора у нас в истории все время уменьшался. То есть, смотрите, если вот этот транзистор, который изобрели Шокли, Барден и Братейн, был от примерно вот такого же размера, как вот этот вот мой пульт, вот, то транзисторы уже в 2014 году было имел ли размер 14 нанометров. Но надо сказать, что это, конечно, рекордные экземпляры, потому что то, что у вас как бы работает в обычных ноутбуках, они покрупнее. Вот. При этом надо сказать, что эти 14 нанометров это, как бы, это только одно из сечений этого транзистора. Он как бы в других направлениях он более толстый. Вот. Но, тем не менее, понимаете, 14 нанометров это уже очень маленький размер. Вот, к примеру, я представил молекулу ДНК, видите, она в диаметре 2 нанометра, и у нее шаг 3,5 нанометра. Вот. То есть в 2017 году они анонсировали 7 нанометров, при этом как бы вот это вот уменьшение, оно все время шло, шла мини -утеризация. вот. но не смогли сделать. Причем, как бы, насколько я понимаю, помешал им квантовый шум. Откуда там вообще квантовый шум? Ну, это понятно, потому что если вы уменьшаете число транзисторов, вы как бы выходите на тот уровень, когда в них уже не так много атомов. Вот в самом транзисторе. Но, тем не менее, 7 нанометров сделали в 2019 году. И вот как раз 2017 год — это когда прекратился закон Мура, о котором я скоро скажу. И в нашем году, в 2022, -м, я проверил 2 нанометра. Ну, это какой-то сверхрекорд, понимаете, 2 нанометра — это всего лишь 10 атомов кремния как бы, потому что размер атомных кремния это 0,2 нанометра. Но тем не менее утверждают, что это работает. Значит, ну вот закон Мура это не физический закон. Мур это основатель компании Intel действительно там получалось, что каждые два года количество транзисторов на, как бы в процессоре удваивалось, каждые 18 месяцев удваивалась производительность и так далее, и так далее. Но можно сказать, что это уже не работает. И вот это перестало работать в 2017 году по разным причинам, в том числе потому, что невозможна дальнейшая миниатюризация, потому что она, ну вы понимаете, если нынешний транзистор это уже 10 атомов кремния, куда, дали, куда меньше? Меньше одного атома мы никак не можем, а один атом это квантовый объект. Вот. Значит, поэтому эта миниатюризация уперлась в свой как бы, предел. Но кроме миниатюризации мини там еще есть другая проблема. Проблема в том, ну вот один из самых, наверное, мощных, если не самый мощный компьютер, который существует на данный момент, это суперкомпьютер IBM под названием Summit. Вот он потребляет 13 мегаватт. Вы знаете, 13 мегаватт... По Употребляет такой город в общем-то средний с людьми как бы предприятиями и так далее то есть для того чтобы обслуживать такой компьютер один надо строить специальную атомную станцию рядом с этим компьютером который будет только его питать вот и соответственно Дальнейшее как бы, развитие тут тоже под вопросом, потому что э, уже мы вышли на некоторый предел э, того, что он потребляет колоссальную энергию. С одной стороны, мы не можем дальше э, увеличивать число транзисторов на плате, с другой стороны, потому что их надо делать очень маленькими. С другой стороны, мы не можем увеличивать количество этих процессоров просто потому что они потребляют слишком большую энергию. И, в общем-то, вот это вот тупик, он, конечно, не тупик, пока развитие идет и идет очень интенсивно, оно как бы ищет другие варианты, и я тут не специалист вам сказать, что происходит, но как бы в любом случае, как вот сейчас альтернативная энергетика во всем мире получает некое дополнительное финансирование, так и тут дополнительное финансирование пошло на поиск ну, фактически новых способов вычислений. И как бы вспомнили о квантовом компьютере, о котором вообще слово «квантовый компьютер» оно идет от Ричарда Фейнмана. Это вообще физик-теоретик, он занимался квантовой теорией поля, э -э, нобелевский лауреат, э -э, и он был немножко философ. Вот. И вот он ну, на старости лет, он как бы написал такую статью в 1982 году, чисто философскую, о том, что, вообще говоря, поскольку весь наш мир он квантовый по своей природе, да, то есть даже вот мы с вами мы состоим из атомов, там а атомы это ядра, вокруг которых находится электронная плотность, вот, то естественно как бы если мы хотим по-настоящему понять природу вещей, естественно и компьютер должен не классическим законам подчиняться, а квантовым. Вот, но это была такая как бы пока общая философская идея, но она запала людям в душу и, и как бы продолжал развиваться. Вот, что такое вообще кубит? Кубит он известен как бы довольно давно людям, в с момента возникновения квантовой механики. Ну, простейший кубит – это, э, значит, э, классический бит. Это просто, вот, к примеру, монета, да? То есть мы монета, ну или транзистор. Э, монету мы когда кидаем, она выпадает либо орел, либо решка. Реле либо замыкается и течет ток, либо оно разомкнуто. Лампа, соответственно, течет ток или нет. Ну и транзистор. Если на него подано напряжение, ток течет – это единица. Если не подано, то ток не течет – это ноль. А квантовый бит он из квантовой механики, и вот так понять невозможно, потому что квантовая механика, она не совсем понятна с точки зрения обывательской логики, но это одновременно и ноль, и единица. То есть это если бы мы взяли монету и видели бы не только орел, но и ее противоположную сторону, сторону одновременно. Причем, что интересно, если мы два кубита соединяем и в идеале они сами друг друга чувствуют, но это огромная инженерная работа, ввести их в такое запутанное, как говорят, состояние, то таких состояний уже не два, а четыре. И вообще их два в степени n, где n число этих кубитов. И их вот так вот на сфере отображают. То есть стрелка крутится и любую точку этой сферы может находиться. Это так и называемая квантовая суперпозиция. И Первый человек, который придумал некий квантовый алгоритм, скажем так, руководствуясь вот этой направляющей линией Фейнмана, это был Дойч. Значит, и алгоритм был очень простой. Вот алгоритм Дойча, ну это квантовый алгоритм, то есть Дойч это математик. Вот те люди, о которых я сейчас буду говорить, это математики. И все это происходит, надо тоже сказать, в 90-е годы, вот. Финман это 84-й год, статья, а это 90-е годы. Значит, вот является монета настоящая или фальшивой. Классический способ это посмотри... Давайте считать, что фальшивая монета это монета. Ну, это не, никто специально не делает фальшивую, просто ошибся, ошиблась машина, и там либо два орла, либо два решки. Ну, в любом случае, надо две стороны посмотреть, чтобы понять, фальшивая она или она настоящее. Вот, классический способ. Мы должны посмотреть одну сторону, перевернуть монету и посмотреть другую сторону. А квантовый способ. Мы создаем суперпозицию обеих сторон, как показано на рисунке, и смотрим один раз. Вот. И вот этот квантовый алгоритм Deutsche Yoge, это был первый такой алгоритм, он обобщает на n кубитов или, соответственно, n монет и делает его в 2 в степени n раз эффективнее, чем классический алгоритм. Но когда этот алгоритм возник, это была такая игрушка математиков, и она особенно на людей не произвела впечатления. Пока не возник следующий алгоритм, так называемый алгоритм Шора. Прежде чем о нем сказать, я скажу чуть-чуть про протокол РСА, который называется по первым буквам фамилий вот этих трех джентльменов, Ревест, Шамир и Эдельман. Вот. Это как бы метод для электронной подписи и публичного кода в криптосистемах. 1977 год статья. Это вещь, которая используется до сих пор почти повсеместно для того, вот пин-коды ваших карт, шифрование паролей и так далее. Причем она конечно немножко более сложная чем я описываю но главная идея вот в этом он использует асимметрию двух задач есть легкая задача это умножение двух больших чисел вот. и любой из вас ее мгновенно сделает на своем калькуляторе а кто то даже и в уме а трудная задача это разложение очень большого числа на множители вот это действительно трудная задача и упрощенно ваша кредитная карта задержит большое длинное число это паблик и вы вводите пин код это private key. Вот если ваше большое длинное число делится на этот пин-код, то банкомат выдает вам деньги. Если не делится, то у вас еще две попытки, прежде чем карта будет заблокирована. Вот. И вот Питер Шон, Шор, это тоже математик, он разработал алгоритм разложения на простые множители. Это квантовый алгоритм, который как бы работает только на квантовом компьютере. Но для математиков вы понимаете, для них не играет значение, создан этот квантовый компьютер или он пока только потенциально может быть создан. Как бы, ну, законы квантовой механики понятны, которые будут управлять этим квантовым компьютером. Вопрос в том, может ли он быть создан физически. Вот. И он разработал квантовое преобразование Фурье. Вот. И если квантовый компьютер предположить, что он существует, что он достаточно мощный, он любой код, э, как бы, э, ну, как бы, не, вот тут конкретное число, 400 значащих цифр. Вот. Он сделает за три года такое разложение это, этого числа на множители, на множители на простые числа. Вот. А суперу компьютеру, вот тому же саммиту, про который я сказал, требуется 10 десятый лет, чтобы разложить такое число. Ну, это специально подобрано 400 значащих чисел. Видите, 10 десятый лет это возраст Вселенной. Ну, то есть это невозможно как бы не ждать такое время. Да? А квантовый компьютер это сделает за относительно реальное время. Вот тогда народ забеспокоился, потому что если человек будет обладать вот этим самым квантовым компьютером, то он, получается, может взломать все существующие коды. И страна, которая таким квантовым компьютером обладает, она получает совершенно фантастические преимущества. Вот. То есть это действительно своего рода эффект бомбы. И, и люди начали вот в это примерно время, это конец 90-х годов, где-то 96-98 год, начали активно заниматься. И в эту область пошло финансирование. А раз пошло финансирование, значит появились люди, которые в ней начали активно работать. Значит, ну и надо сказать, что кроме квантовых компьютеров пошло еще одно направление, так называемая постквантовая криптография. Допустим, люди считали, ну, предположим, квантовый компьютер уже существует, давайте придумаем новые алгоритмы, не РСА, а что-то получше, чтобы даже если квантовый компьютер уже создадут, чтобы он этот код быстро не взломал. Вот, это тоже целое направление, кстати, в МЕМ, оно активно развивается у нас. Значит, ну... А вот этот слайд, извините, он на английском, он показывает тоже концепцию. То есть обычный компьютер, в нем, скажем, есть n транзисторов. Вот битстринг, то есть линия битов, она ограничена этим n, числом транзисторов, и каждый из этих транзисторов находится в состоянии 0 или 1. Да? Дальше логические гейты производят над этим, как бы, над этой линией битов какую-то операцию. Вот происходит довольно много операций. Важно, что они последовательно происходят. И в конце концов мы получаем ответ после большого количества операций, да? Как это происходит все в компьютере? Ой, в квантовом компьютере. В квантовом компьютере как бы есть число кубитов и они все находятся, как я скажу дальше, в квантовом запутанном состоянии. Вот, битстринг у нас, конечно, определен числом кубитов, то есть ли строка символов у нас определена не более чем число кубитов, но а, число возможных как бы, операций, которые происходят одновременно, 2 в степени n. А, и вот это вот а, причина так называемого параллельного как бы, то есть тут происходит не последовательное вычисление, а параллельное вычисление. Одновременно два в степени n степеней свободы обрабатывается одним махом при воздействии гейта на систему квантовых кубитов. И ответ получается намного быстрее. Что такое два в степени n в каких-то конкретных примерах, я скоро приведу. Вот. И как бы... В конце 90-х годов, опять же, вот эта вот наука о кубитах, она ну, надо сказать, если мы говорим про такие вехи, то первой вехой можно назвать Фейнмана его философскую концепцию, потому что вот философия, можно сказать, она науки, это тоже целая важная наука, она определяет направление. Второй вехой это вот работа математиков, в первую очередь Шора. И третья веха, когда тема приобрела интерес. И вот в этот момент был такой экспоненциальный взрывной рост этой темы. Это люди стали интересоваться, а какие, собственно, кубиты можно сделать? Потому что математики говорят, там вот кубит — это суперпозиция, ну или квантовые физики-теоретики. А как это реально Hardware какой, какой элемент технологии. Вот. И в тот момент как бы, было предложено куча вариантов, квантовые точки, ионы в ловушках, спины в молекулах, дефекты в кристаллах, фотоны и так далее, и так далее. Вот. Чтобы иметь э, как бы, один бит, то есть элемент, который мог бы стать транзистором квантового компьютера, вот, э, и который, в котором два состояния находятся в суперпозиции. И как бы в это, в это время примерно, в конец 90-х годов, я тоже иногда бывал, в том числе и за границей. И вы знаете, в каждом университете был а, свой а, бит. Вот. А, кто-то там одни биты делал, кто-то другие. Но демонстрировали всегда один единственный кубит. Один потому что ну, на этом наука останавливалась. Вот они сделали один кубит, он действительно находится в суперпозиции, вот его довольно сложно с ним оперировать, там у одного одни нюансы, у другого другие нюансы. Но о том, чтобы объединить хотя бы два кубита в одну схему, пока как бы речи не шло. Вот. Значит, они должны быть в запутанном состоянии. Что такое запутанное состояние? Вообще должно быть запутанное состояние многих кубитов, но хотя бы двух, давайте поймем, что это такое. Ну, понять не получится вообще говоря, потому что система квантово-механическая, как я вам уже сказал, она не подвержена обычной классической обывательской логике. Вот, запутанное состояние означает то, что их волновая функция не факторизуется, не является произведением волновой функции каждого из этих кубитов в отдельности. Они действительно перепутаны, и они составляют собой единое целое, где уже не два состояния, а четыре состояния. Два в степени два. Если будет три кубита, то будет восемь состояний и так далее. Вот. Если... Что-то говорить про аналогию системы двух кубитов, можно вспомнить книгу про Гарри Поттера. И вот э, Волан-де-Морт и э, Гарри Поттер, они как раз представляли собой кубит. Э, два кубита в запутанном состоянии, потому что каждый из них мог читать мысли другого, они были связаны какой-то невидимой нитью. Вот примерно так и связаны кубиты в запутанном состоянии. И они, вообще говоря, все должны быть запутаны. То есть... Если мы представим кубит как вот такой атом со спином или магнитным моментом, который может вращаться по этой сфере блоха, то от него должны идти пружинки ко всем, всем, всем остальным кубитам. То есть не только с ближайшими соседями он должен быть связан, а со всеми остальными. Вот. И эти пружинки, естественно, могут рваться, вот, какие-то из них. И возникает так называемое понятие декогерентности. То есть если у нас эта вся система как целая, со всеми вот этими пружинками объединена, и все находится в запутном состоянии, все хорошо работает. Когда пружинки начинают рваться, возникает разрушение когерентности, разрушение квантового когерентного состояния, эта схема начинает работать хуже. За счет этого возникают неизбежные ошибки. На данный момент главная инженерная проблема в данной науке — это сделать большое число кубитов, одна из главных, это не только не единственное главное, в вот этом запутанном состоянии, чтобы они все были в запутанном состоянии, потому что это это должен быть единый конглоберат всех этих кубитов, а не как в обычном классическом, как бы, процессоре набор транзисторов. Значит, и один из кубитов приобрел особую популярность, так и называемый кубит на базе сверхпроводникового Джозефсоновского сверхпроводящего Джозефсоновского перехода. Надо сказать, что на данный момент это не единственный популярный кубит, но это тот кубит, с которым сделано больше всего. Вот, где больше всего продвижения на данный момент. В разных направлениях разные группы ученых работают, естественно, потому что процесс очень технологичный, требует больших затрат денег и энергии. Вот, поэтому... Я вам, к сожалению, не могу сказать про все направления. Там и на фотонах работают, и на ионах работают. Вот. Но, по крайней мере, сверхпроводимость это как раз та область, в том числе, которой я занимаюсь, и тут я понимаю дела лучше. Значит, ее открыл Камерлин Конос, голландский ученый, в 1911 году. То есть, фактически, он открыл, что в Ртуте, у него ртуть была сопротивление ниже определенной температуры отсутствует и ток течет через ртуть без какого-либо электрического сопротивления это не единственное свойство сопроводимости конечно там еще есть эффект к магнитному полю но это одно из важных вот и как бы эта область очень долго оставалась непонятной ну там много людей поработали, в том числе и советские физики Гинзбург, Ландау и так далее. Но это все были какие-то такие качественные теории, как говорят, феноменологические теории. А настоящую микроскопическую теорию сверхпроводимости создали Купер, Барден и Шрифер в 1957 году. И Обратите внимание, это все тот же Барден. Вот он стоит посередине в очках, который и создал транзистор. Значит. То есть, вот, собственно, это две, две его деятельности, за которые он получил две Нобелевские премии по физике. И вскоре молодой совершенно аспирант ему было едва-едва исполнилось 20 лет. Брайан Джозефсон обнаружил, что как бы через контакт двух сотрудников, через туннельный барьер может течь ток без какого-либо напряжения. Это раз. И без диссипации, ну, то есть без сопротивления. Это два, несмотря на то, что контакт имеет какое-то сопротивление. Вот, вот это вот оказалось очень важным явлением, причем этот ток имеет определенную зависимость от напряжения синусоидальную, там очень много разных интересных эффектов. Вот, которые позволили создать целую область, которая называется Джозефсоника. Огромная область науки сопроводящей. И именно она имеет выходы на разные приложения в области нанотехнологий. Значит, ну и вообще надо сказать, что первые как бы, компьютеры на эффекте Джозефсона были предложены в России. Ну, формально в СССР. Их предложили профессора Московского университета Константин Константинович Лихарев и Василий Константинович Семенов. Значит, они предложили классический компьютер, классический, на джазусонских контактах. Значит, ну Потому что есть компьютер поистине квантовый, где как бы вот это вот два в степени n, да, реализуется, а есть классический компьютер, где там были тоже свои транзисторы, они по-другому назывались. Вот это называется быстрая одноквантовая логика, Rapid Single Flux Quantum. Значит, очень интересная история этого как бы создания, это, это, то есть это было создано в конце 80-х годов. И Лихарев, он как бы даже встречался с Горбачевым лично. Вот. И ему дали завод в Зеленограде, который должен был создавать эти компьютеры. Но в 1991 году Советский Союз приказал долго жить, и как бы все одномоментно прекратилась деятельность. И Лихарев уезжает в США вместе со всей своей группой в университет в Стоуни-Брук в Нью-Йорке. И Значит, и там он встречается с Джорджем Бушем, который тоже гарантирует ему, что ему дадут заводик, который будет как бы выдавать вот эти вот чипы. Но дальше произошло непонятное, потому что американский конгресс проголосовал против финансирования этого направления. Ну, по ряду причин, надо сказать, что сейчас это может вызывать как бы Полное понимание, что типа что вы лезете в своих электроники, когда все и на Кремнии работает. Но надо вспомнить, о каких годах идет речь. Речь идет о начале 90-х годов, когда кремниевые компьютеры, в общем-то, находились не в самом благостном состоянии, не то, что сейчас. Было очень, как бы, очень примитивное развитие на тот момент. И если бы профинансировать вот эту область, то, как бы возможно, она бы дала даже более интересные компьютеры, ну как суперкомпьютеры, естественно, не как значит, наши персональные компьютеры на данный момент. Но люди испугались низких температур, потому что это все работает при низких температурах. И как бы низкой температуры есть такая боязнь, что температура жидкого геля это практически близко к нулю. На самом деле это не так уж близко к нулю, это порядка трех кельвинов. В данном случае это работает при трех кельвинах. Вот. Тут достаточно, чтобы все было в состоянии, в сопроводящем состоянии. Конечно, когда мы говорим о квантовом компьютере, я скажу, там нужны намного более низкие температуры. Так вот сейчас выясняется, что эта технология снова интерес к ней возник в трех странах, между прочим, в России, в США и в Китае. И в Китае даже как бы залили полное футбольное поле этим жидким гелием, но именно на уровне трех кельвинов, чтобы сделать там вот эту РСФКУ технологию, потому что поддерживать низкую температуру этого футбольного поля все равно более экономически выгодно, чем поддерживать атомную электростанцию, которая будет питать суперкомпьютер. Значит, по энергии затрат на самом деле меньше. Хотя, кажется, холодные температуры ужасно. Вот. Но, тем не менее, эта технология очень не развита. Хотя, завод Лихарева вот так и дали. Это завод Hypers в Нью-Йорке. Вот, но он такие чипы делал не компьютерные, а скорее для всяких таких специальных приложений. И эти чипы работают по сей день. Вот. ну а мы говорим все таки про проводниковые кубиты вот кубиты это кольцо в котором может быть один или несколько джазосонских переходов они показаны красным цветом это соответственно туннельные барьеры и соответственно ток течет в этом кольце по часовой стрелке или против часовой стрелки. И вот энергия этих состояний, она совершенно одинаковая. Это два состояния, одно из них ноль, другое единица. А в реальности там есть какая-то суперпозиция этих состояний. Вот. И это очень развитая модель кубита. Вот я вам привожу, к примеру, такой кубит, сделанный из алюминия с, в российском квантовом центре. Вот это три буквы RQC, это Russian Quantum Center. Значит, очень технологически удобный материал потому что алюминий во-первых, это сверхпроводник очень хорошего качества, во-вторых, у него как бы в технологическом процессе создания этих кубитов э, в вакуумной камере все это делается, напыление, э, значит, можно немножко пустить кислорода, и тут же э, алюминий покроется оксидом алюминия, алюминий 2 o 3 э, В бытовом э, в нашем сознании мы знаем этот оксид как сапфир. Вот. Потому что сапфир это и есть алюминий 2O3, и это очень высококачественный оксид, который имеет идеальный как бы, порядок. Можно сделать 1, 2, 3 мон моноатомных слоя. И очень хорошо этот процесс технологически контролируется. Значит, и первый такой кубит был создан Накамурой Пашкиным и Цаем в Японии. Вот. Ну, это тут уже показано Юра Пашкин сейчас, а тогда он был еще молодой постдок. Значит,. И, соответственно, ими был создан первый сверхпрудниковый кубит. Я говорил, что в каждом университете в мире были свои кубиты. У кого-то там было на дефектах в кристаллах, у кого-то на фотонах. А вот конкретно в фирме Riken в Японии был вот такой кубит. Ну, на тот момент это особого взрыва не произвело. Ну, хорошо, у вас такой, а у нас такой. Вот. Значит, но тем не менее эти супроднековые кубиты быстро стали завоевывать популярность не в малой степени благодаря технологичности алюминия, о которой я только что сказал, вот. и хорошей воспроизводимости результатов. Значит, ну и этих кубитов должно быть несколько, естественно. Они могут управляться микроволновым излучением. Также как бы, они могут, через них может быть, поскольку это кольцо, проходить магнитное поле, вот, который тоже квант магнитного потока, который влияет на состояние этого кубита, соответственно, меняя направление тока. И Управлять их можно микроволновыми импульсами, они могут все находиться в связанном состоянии. Вот. И измеряют этот кубит через так называемый резонатор, где пропускают тоже микроволновое излучение порядка 10 ГГц. Вот. И, значит, частота резонатора сдвигается в зависимости от того, в каком состоянии находится кубит, 0 или единица. Значит, в этой же группе Накамура Пашкин и ЦАЙ вот тут еще появляется имя Олега Астафьева, о котором я сейчас скажу чуть позже, ведь он в составе соавторов. Статья опубликована в Nature в 2003 году. Впервые, вообще впервые, скажем так, во всей истории кубитов, не только своих проводниковых, два кубита были объединены в единое связанное запутанное состояние. Вот, статья опубликована в Nature. А вот, кстати, Юрий Пашкин, э -э -э, ну, поскольку это все напыляется в чистых комнатах, люди одевают такой прям скафандр. Вот, они моются, принимают душ перед этим, одевают этот скафандр, маску. Вот, и заходят в чистую комнату, где есть особые требования по количеству пыли, вот, по атмосфере воздуха и прочее. Вот, и они там должны находиться не больше какого-то времени. Они там работают с литографией, с напылением всех этих объектов, потому что они все имеют э, очень маленькие размеры. Видите, на фотографии есть внизу от подсказки один микрометр. Да? Вот, вот это размер данных, данной схемы. Значит, э, и были объединены два кубита в единой квантовой и показано, что они действительно связаны, запутаны. Вот. Дальше как бы произошло какое-то темное время. Вот, начиная. Ну вы видите здесь 2003 год, а вот тут у меня на рисунке внизу 2014. То есть порядка 11 лет такого как бы темного времени, когда ничего особенного не происходило. То есть люди ездили, делали доклады на конференциях, большое количество людей работало в этой области. Вот. И но как бы результатов не было. Очень многие люди очень скептически относились к самой возможности э, вообще каких-либо продвижений в данной области. И даже стали уже поговаривать, что зря на эту область деньги выделяют. Пока в 2014 году не произошел некий прорыв. Прорыв произошел в лаборатории Джона Мартинеса в Университете Южной Калифорнии, вот, который э, объединил сначала 4, а потом 5 кубитов. Вот видите, на рисунке справа их ровно 5. Резонаторы видны, ведущие к каждому из кубитов, по которым поступает микроволновое излучение, как бы система считывания, редаут и так далее. Вот. Значит, 5 кубитов были объединены в единое квантовое состояние, это было доказано, это было опубликовано в Nature. Вот. И это вызвало такой хороший переполох в этой области после 11 лет печки. Вот. И народ, скажем так, встряхнулся. И тот же самый Мартинес в 2017 году выдал уже 9 кубитов. Вот здесь, вот на процессоре 9 кубитов, это новая технология. И стал первым в истории как бы, науки профессором компании Google с зарплатой 1 миллион долларов в год. Значит, э, до этого он был профессором университета Южной Калифорнии. И там, естественно, были зарплаты на порядок меньше величины. Вот, вот он стал, ему Google дал полный карт-бланш, огромную лабораторию, как бы любые деньги на закупки. Вот, и он стал развиваться. Вот. И вот эти 2017 год он э, вот, э, ну, после 2003 можно сказать когда впервые объединили два кубита э, это такая новая веха э, когда началась так называемая квантовая лихорадка вот квантовая лихорадка это когда разные компании в основном это были компании в сша но в них также участвовала ряд компаний из китая. Я, к сожалению, не показываю их на слайде, но китайцы тоже участвовали довольно активно в этой лихорадке. Вот. но по сути это было только две страны: США и Китай. Значит, где каждая компания пыталась застолбить свое фактически свое финансирование в этой области, потому что, как бы естественно, кто первый что-то сделал, тому деньги и дадут. Вот. поэтому люди вот в этой квантовой лихорадке были созданы системы большого числа кубитов при этом не всегда достаточно точно было доказано, что они находятся в связанном, то есть запутанном состоянии. Вот. Люди как бы гнались за количеством, забывая про качество. Но видите, это Intel, компания Rigetti, очень интересная компания, потому что она была создана как стартап. Стартап молодых как бы выпускников ряда американских университетов и видите этот стартап делал делает но ну, мы привыкли к тому что стартап делает что-то совсем прикладное да то есть стартап выдает результат который с колес поступает в индустрию вот что такое стартап в нашем понимании здесь совсем другой стартап стартап делает некий объект который когда еще будет запущен в индустрию может быть никогда вот. А может, через 100 лет. Тем не менее, стартап получил огромное финансирование и выбился в лидеры. Наряду с такими гигантами, как Intel, IBM и Google. Вот. И происходило это даже вот так. Видите, компания Intel анонсирует создание процессора с 49 кубитами. Причем... Анонсация это происходило порой даже без публикации соответствующих результатов в соответствующих журналах научных, типа Nature, Science и так далее. Вот, но зато это все было очень красиво обставлено, открывалась шампанское, там э, ведущие вот э, с таких сцен э, при огромном стечении народу и инвесторов там объявляли, что создан 49-кубитный процессор и это является рекордом. Компания Intel побеждает в, в соревновании. Вот, вот так примерно происходило вам. Квантовая лихорадка в конце 17-го, начале 18-го годов. Ну, видите, IBM тоже сделал процессор. Он уже его назвал Q-процессор. Процессоры стали, процессорам стали давать названия, а не просто говорить, сколько в них кубитов. Google, конечно, не мог не выделиться и сделал процессор 72 кубита. Его потом проверили. Там, дай бог, половина была в квантовом запутанном состоянии. Вот, и назвал его Bristol Cone. Вот. 72 кубита, потому что Мартинесу важно было показать, что все-таки он главный. Ну, он, собственно, его желание показать, что он главный, привело к тому, что его уволили из профессоров Гугла. И в данный момент он находится в Австралии, где поднимает какой-то непонятный стартап тоже по квантовым компьютерам. Потому что его горящий нрав и неуживчивость с другими коллегами ну, привела как бы, просто к столкновению интересов. И как бы, инвесторы решили, что нецелесообразно дальше все завязывать на одном человеке. Вот. Но Прежде чем уехать в Австралию, Мартинес сделал еще одну очень важную вещь. Тут собрано огромное количество ученых. Я, как бы, это статья в Nature. Она издана 23 октября 2019 года. Кстати, в сентябре была утечка этой статьи на сайте НАСА. Вот. И она не произвела такой взрыв бомбы Она, все таки люди к ней подготовились причем естественно как вы понимаете у квантового компьютера огромное число врагов огромное число откуда они берутся эти враги враги берутся оттуда что многие ученые считают что их области тоже надо поддерживать и их области страдают от недофинансирования вот. и они видят какие колоссальные деньги льются в квантовый компьютер и как бы пытаются лоббировать э, против него чтобы как бы в надежде, что в том числе, как бы если они разрушат этот проект, то их области могут получить больше финансирования, чем имеют на данный момент. Значит, вот эта статья, это как бы самая вершина деятельности Мартинеса говорит о том, что он достиг квантового превосходства, используя, вы знаете, не зря тут слово программа был, суперкомпьютер процессор, потому что если вы посмотрите литературу, и я скажу об этом в конце лекции, есть огромное количество квантовых симуляторов, это не квантовые компьютеры, ребят. Квантовые симуляторы, они могут решать только определенный ряд задач. А квантовый компьютер решает любые задачи, потому что он программа был, gate oriented. То есть у него есть гейты, вот, и с помощью этих гейтов можно любую задачу с помощью соответствующего софтвера на него подать, он ее будет решать, он нам выдаст ответ. Это не симулятор, он решает абсолютно любую задачу. Вот. Значит, он создал компьютер, назвал его Sycamore. В нем изначально было 54 компьютера кубита, но один сдох при отжиге этой всей схемы, вот, и осталось 53. Но они действительно все были в квантовом состоянии, и это строго доказано, но Nature это серьезный журнал там всякая ерунда не публикуется, а если публикуется, то впоследствии изымается. Поскольку Nature публикует горячие исследования, то на моей памяти уже было такое с десяток раз. Статью со страшным скандалом изымали из журнала, полностью ее удаляя с сайта и так далее. Вот. И, естественно, ученый, который писал эту статью, он фактически разрушал свою карьеру. Вот. Поэтому люди, конечно, стремятся что-то горяченькое опубликовать, но они много раз перепроверяют, что это действительно не просто горячее, но и это результат. Вот. Потому что иначе их ждет незавидная участь в дальнейшем. Если они попубликуют что-то недостаточно проверенное. Вот. вот эта статья, она является результатом огромной группы э, ученых. Из них есть ряд учеников Лихарева. Между прочим, там это Александр Коротков, тоже сотрудник МГУ, сейчас э, профессор Университета Риверсайд в Калифорнии. Значит, вот они доказали, что у них вот эти 53 кубита находятся в запутном состоянии. Что это такое? Это 10-16. То есть здесь 16 это количество, грубо говоря, юнитов. Вот это все равно, что иметь как бы, машину, в которой 10 16 транзисторов. Такой машины нет на данный момент, потому что вот тот саммит, который я вам показал, там миллиарды транзисторов, но не 10-16. Вот. Значит, ну, может, десятки миллиардов. Вот, а 10 16 это колоссальное число. Это то, как бы число, которым мы можем оперировать в момент параллельных вычислений. А если бы, к примеру, было 300 кубитов в квантовом состоянии, то мы бы оперировали 10 в 90 степени как бы эффективных транзисторов, да? А это число атомов во Вселенной, в наблюдаемой Вселенной, ребят. То есть это колоссальное число. А люди говорят о создании тысячи кубитов и больше. Но, конечно, битстринг по-прежнему составляет 53 юнита, да? Но при этом у нас 2 в степени степени 53 это как бы computing power. Это мощность вычислений над этим битстрингом. Вот. И они показали действительно, что то, что у них считается 200 секунд на суперкомпьютере Summit IBM, который я вам показал, считалось бы 10 тысяч лет. Но поскольку была утечка, IBM очень хорошо подготовились к этому, они сказали, что с помощью кучи алгоритмов, в том числе квантового, алгоритм червя, там куча разных компьютерных алгоритмов, это уже алгоритмы, это программисты разрабатывают уже фактически. На самом деле это якобы можно посчитать за два с половиной дня, хотя никто не предоставил. Но в чем слабость всех этих вычислений? Во-первых, вычислялось состояние системы волновых функций этих кубитов. То есть фактически генерилось какое-то случайное число на базе системы волновых функций. Псевдослучайное число на самом деле. Вот, если быть совсем точным, это раз, то есть это решалась, никому не нужная задача как бы, операции над волновыми функциями 53 кубитов. Она никакого практического применения не имеет. Это раз. Но два есть квантовые гейты, и у них есть ошибка. И вот смотрите, если ошибка даже 1% а это вещи несовершенные. Понимаете, тут э, недостаточная точность, то это значит, что проходя через гейт, э, вероятность точности ответа это уже 99, э, сотых, да, если 1% ошибки. А когда гейтов много, если мы 0,99 возведем в степень n, где n число гейтов, то это все будет стремиться к нулю, вообще-то говоря. Потому что любое число меньше единицы, если мы возьмем... Большую степень все стремится к нулю. Вот, то есть, э, когда мы производим большое число операций, они становятся фантастически неточными. Вот, результат. Поэтому надо делать коррекцию ошибок. А она в данный момент не существует. Но что проверили и что, что, можно, что важно, что является главным достижением этой работы. Что независимо от того, сколько кубитов объединяли в единое квантовое состояние, у них была такая возможность объединить несколько или все 53. Ошибка была одна и та же. Вот, это проверили на малом числе операций. То есть, смотрите, если там 3 кубита в одном квантовом состоянии делает операцию какую-то, гейт, ошибка там 1%, и 53, то же самое гейт, опять ошибка 1%. То есть, что это означает? Это означает, что доказано, что все 53 кубита находятся в едином квантовом состоянии. Сомнений нет. Но а, при этом как бы... Машина не работает, потому что нет коррекции ошибок. Значит, сейчас наступила эра таких называемых Noise и Intermediate Scale Quantum Computers. Это все вот эти процессоры, но ну, где-то до 1000 кубитов, а главное, что там нету Quantum Error Correction. И вот над разработкой этой Quantum Error Correction сейчас люди и работают. Ну, кто-то говорит, вот Алексей Устинов, которого я упомянул, он один из фронтменов этой науки, в том числе в России, что будущий компьютер будет как шахматная доска. Черные квадратики они будут считать, а белые исправлять ошибки. Но это как бы концепция, а как это будет реализовано, пока никто не реализовал. Вот. На данный момент этого не существует. То есть, что умеют делать ученые? Они умеют объединять убиты в единое квантовое состояние, но они не могут это пока заставить работать, ну как бы для решения каких-то важных задач. Под конец лекции я скажу про машины-симуляторы. Существует огромное количество симуляторов. Который тоже называют квантовым компьютером, но это не, не программируемый квантовый компьютер. Это симулятор, который решает только определенные задачи. Их много разных, но я расскажу именно о том, который связан тоже с джезосонскими контактами. И он самый продвинутый. Это машина The Wave. Значит, ну, это канадская фирма, которая находится в Ванкувере. И вот слева показано, это, как это выглядит машина. Она, скажем так, рост человека он ниже существенно, чем первый ящик. Но ну, первый, первый примерно в рост человека, а второй намного больше, потому что там находится рефрижератор растворения, там находится э, такой дюар, в котором перемешиваются жидкие гели изотоп-3 и изотоп-четыре и создают сверхнизкую температуру до 10 милликельвинов. Вот. И в этой температуре находятся вот эти процессоры. Это процессоры 2022 года. Я их специально вчера скачал с сайта D-Wave. В них 2000 кубитов. Они называются 2000Q. И вот человек, который этот процессор, то есть вот ну, посмотрите, он, он вот так выглядит, он его сажает на специальную как бы, аппаратуру. И этот процессор, как я сейчас вам покажу, погружается прямо в жидкий гелий, и температура его опускается до 10 милликельвинов. То есть вот эта вся аппаратура, она имеет разные защиты от температуры. Видите, наверху у нас 50 кельвинов, потом 4 кельвина, 1 кельвина, там и так далее, и так далее. И сам процессор, он находится, ну тут Написано 15 милликельнов, но я знаю, но это сайт, э, взятый с, с их релиза 2015 года. На данный момент там 10 Вот. И в 2015 году, как видите, у них было 1000 кубитов, сейчас у них 2000 кубитов. Вот. Что это за машина, как она работает? Она не находится в квантовом состоянии. То есть, точнее говоря, там есть некое плавающее, вспыхивающее квантовое состояние. Какое-то число кубитов периодически переходит в квантовое состояние. То тут, то там, на этой огромной схеме в 2000 кубитов. Но это как некая нейросеть, вот, которая способна решать определенные задачи. А именно, как, как они решаются. То есть, эти кубиты, это фактически как некий как бы, ноль ну, единица. То есть, им при комнатной температуре сообщается определенная информация и выстраиваются эти как бы, вектора в определенном направлении, после чего их опускают в низкую температуру, и система приходит к своему базовому состоянию сама, просто по законам физики. И вот то базовое состояние стрелок, которые каждый из элементов кубита займут, это и есть решение. Таким образом решаются задачи оптимизации, задачи нахождения минимума потенциала. Вот тоже из пресс-релиза. Представьте, что у нас есть потенциал. Ну, мы находимся где-то в горах, у нас есть расщелины, глубокие, неглубокие. Как нам найти самую глубокую минимум энергии? Потому что минимум энергии это то, что нам надо, чтобы решить задачи логистики, задачи оптимизации и прочее. Ну, один из способов привязать к камушку-веревочку и в каждую дырочку опускать и измерять длину этой веревочки. А другой способ такой вот «все залить водой», где будет уровень воды самый глубокий, там, значит, самое глубокое минимум. Вот система как бы решает все одним махом. Она находит нам этот минимум. Сейчас скажу, почему. Вот этот слайд, он на японском, я другого не нашел, потому что это мой, собственно, друг и коллега Широ Кавабата. Вообще мы с ним раньше занимались вместе вот этими джазосонскими контактами, но с недавнего времени он руководит программой квантового отжига в Японии. <coughs> вот. И он приезжал к нам в МИЭМ неоднократно. Последний раз был в 2019 году. Сейчас, к сожалению, мы его не можем пригласить, потому что ему это строжайше запрещено. Вот. Вот. Чем отличается квантовый отжиг от классического? Смотрите, классический отжиг, вот у нас есть система, это слева. В которой есть разные минимумы энергии. Вот. Система при охлаждении может занять какой-то из минимумов, но это не оптимальный минимум. Тогда мы снова эту систему нагреваем и встряхиваем. И эта как бы, частица может переброситься в систему с более глубоким минимумом. Мы так проверяем много раз, пока не находим самый глубокий. В принципе есть вероятность, в зависимости от потенциала системы, что мы самые глубокие не найдем. Но эта система тем не менее работает в квантовом отжиге. В, кроме этого системы классической, которая тоже есть, работает еще квантовое туннелирование, потому что квантовая, если система находится в одном из квантовых состояний, она может туннелировать состояние с низкой энергией через запрещенную зону. Вот. И вот за счет этого квантового тоннелирования возникает квантовый отжиг. Но Кавабата сам говорит, мы не знаем, сколько у нас классического отжига, а сколько квантового. Может, у нас 99% классического и 1% квантового. Тем не менее, даже 1% квантового позволяет улучшить существенно производительность системы. Для чего такие задачи решаются? Так, к примеру, фолдинг белка. Кстати, задача уже решена. Она, она решена, это была такая глобальная задача тысячелетия, решена она с помощью машинного обучения. Вот. Естественно, машинное обучение не дает нам ответ на вопрос э, «почему», но она дает, по крайней мере, ответ на вопрос «как». Как он должен сворачиваться? Тут машинное обучение на высоте. Вот. А как бы вот этот вот найти... Ну, по сути, сворачивание белка он находит сам в клетке ту оптимальную конфигурацию с самым минимумом энергии. <coughs> Все попытки посчитать это на компьютере убираются в то, что компьютер находит другие минимумы, локальные. Но с помощью машинного обучения научились находить глобальный минимум. Вот эту задачу можно было бы, ну, как пример задачи оптимизации, которую можно было бы решить на DWave. Вот. Ну и под конец самой лекции, у меня осталось два слайда, я скажу про то, что происходит в России, потому что нам же это тоже интересно. Значит, ну, сперва я расскажу то, что общеизвестно. Потому что в России есть два типа исследований. Есть исследования на государственном уровне, которые проводятся государственными корпорациями, в частности за квантовый компьютер, ответственная корпорация Росатом, которые не публикуются ни в новостных релизах, ни в научной печати. Есть исследования как бы самостоятельных исследователей, которые, естественно, вправе публиковаться где угодно. Это открытая информация. Вот. Кстати, на Западе, в том числе в Китае и США, эта вещь, связанная с квантовым компьютером, тоже перешла в раздел непубликуемых. Только, то есть, чем дальше, тем меньше вообще статей мы видим на эту тему. Статьи идут в виде закрытых релизов компаний значит, которые как бы финансируют эти исследования, но не публикуются уже в открытом доступе. Поэтому чем дальше, тем сложнее судить о том, что, собственно, происходит в этой области. Вот. Но вот в России в группе Олега Астафьева, который работает в МФТИ, создан э, впервые в России, в, в России, это впервые, создан э, процессор из четырех кубитов. То, что было создано Мартинисом, как я уже вам сказал, в 2014 году. Вот у нас создан впервые процессоры из четырех кубитов, где доказано, что они находятся в едином квантовом состоянии. Для нас это большой прогресс, потому что как бы, в России до сих пор э, даже один кубит делали неуверенно. Тут вот сделали сразу четыре. Это, кстати, сделано только что, это ноябрь этого года. Значит, ну, это вы можете найти везде в интернете, Олег Астафьев, профессор МФТИ. В России, как я сказал, кубитами занимается Росатом, квантовыми компьютерами, а головная организация Росатома, это вне автоматики имени Духова. Значит, вот там находится большое количество лабораторий, как реальных лабораторий, так и численных методов теоретических расчетов, где занимаются созданием кубитов. Там, кстати, тоже создан кубит, но формально об этом даже нельзя говорить, того же порядка. То есть тоже где-то 4 кубита, вот, потому что это ни в какой новостной ленте уже не пройдет. Вот. И что интересно, там создана мощнейшая лаборатория, оборудование из которой, то есть высокотехнологичное оборудование, закупали вплоть до декабря. 2000, соответственно, у нас сейчас год, 2021 года. Вот там закуплено оборудование на многие-многие десятки миллионов долларов, как бы в том числе куплены самые лучшие в мире рефрижераторы растворения из Финляндии. Они все пришли в Россию в ноябре-декабре прошлого года. Вот. И была создана лаборатория вне автоматики Духова, где как бы сейчас достаточно успешно все, все функционирует. Вот. Но это как бы госпроект, государственные деньги. Но в России есть еще российский квантовый центр. Это некая компания, которая объединяет инвестпроекты из разных мест. Ну, я уже вам сказал, что это... Вот Головная организация это Росатом. Значит, ну, Василий Столяров, который работает на физтехе и в Росатоме, это мой друг и коллега. Но надо еще упомянуть важных людей. Это Валерий Рязанов, он вообще работает в российском квантовом центре. Он, как бы, фронтмен этой области в России уже на протяжении многих-многих лет можно даже сказать, десятков лет. Вот. И Алексей Юстинов, он, вообще говоря, не является строго российским ученым, потому что он является э, руководителем отделения институтов в Кассруе в Германии. Но поскольку он являлся, причем, по-моему, неоднократно победителем мегагрантов в России, в Мессисе и на Фестихе, то как бы он, э, и он активно очень сотрудничает с Россией и со Сколково, с квантовым центром и так далее. Вот. То есть, вот, э, ну, в России исследования ведутся, и в настоящее время они интенсифицированы. Вот. Уже выделены достаточно большие деньги, в первую очередь через Институт автоматики. И они как бы нет сомнений, что какой-то результат будет получен, но мы о нем э, так уже в открытой печати не узнаем. Вот что я единственное могу сказать. Вот. И Спасибо вам большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте.